выдающиеся формы старой классики романтической музыки, все-таки эра развития, мы помним, все ради движения, ради перемен, ради развития одной музыкальной идеи, на ее основании многих прочих музыкальных идей, мотивов и тем. И эта логика распространилась, также еще раз скажем, на миниатюры. И вокальные, да, песни, которые собираются в цикл, начиная с Бетховена, Шуберт, Шуман и далее, да. И эти циклы тоже мыслятся как крупные формы с сонатной логикой. Лучшая соната и лучшая даже симфония Роберта Шумана – это «Дихтер Либе», вокальный цикл «Любовь поэта». Ничего выше этой крупной формы, собранной, казалось бы, из миниатюр, в общем, затейливых, да, не затейливых, а затейливых и вокальных миниатюр, наверное, Шуман не написал. Так же, как потом у Эдварда Грига, который был композитором, конечно, миниатюристом, вот его лучшая крупная форма тоже вокальный цикл «Девушка с гор» Хауктюса, собрание из 8 песен, поздний цикл, настоящий цикл, пожалуй, единственный цикл, вокальный цикл Грига, а не альбом и не тетрадь вокальных пьес. И вот исполнительство, которое отражает эту природу движения, движущиеся, да, по горизонтали мелодической музыки, и застывшие изображения, картина, то, что мы слышим уже у позднего Иосифа Гофмана. И, конечно, все сегодняшние исполнения, они как бы отражение гофмановской интерпретации. Это нечто застывшее, это картина неизменная вот в буквальном смысле. А вот каким был Йоханн Штраус когда-то. Пьеса тоже уже была заезжена и заиграна, но не до такой степени, как сегодня. Сегодня мы хорошо слышим, что эту музыку настолько все хорошо знают, что главное дело дирижера и оркестра – это доложить правильно текст. А вот сам факт узнавания. Вот мы играем, и это все уже знают. А как играем? А, и не так уж и важно. А играют ужасно. Все смазано, никакого танца нет, никакой вот этой затактовой полетной природы ритма нет. Почему такой разительный контраст внутри такта первой и второй его половины, да, условно говоря, потому что там три четверти, ну как их поделить? А вот это тарам-пам, да, очень краткий, сокращенный, утрированный бас и расширенные два аккорда. Но то, что вот положено в сопровождении вальса, такая хромота, казалось бы, ритмическая, это особенно для венского вальса, конечно, хорошо. Это дает вот, необходимый полет, воздух, дает хорошую опору в движении. Это движение, так сказать, от баса, который за такт, как бы, да, к вот внутри такта, такое затактовое соотношение в этой формуле бас-два аккорда. Также приглашение к танцу, которое вальсовый,
природы, основы Карла Марии Вебера играл когда-то Вильгельм Фортвенглер, да, тоже очень хорошо там слышно. Потом все вот эти замирания, ферматы, да, такое вот зависшее остановленное мгновение тоже преувеличено, чтобы и глухой услышал, чтобы мы не догадывались о намерениях, а слышали воочию это движение. Коленами, да, между разделами тоже гораздо ярче, чем это стало позднее. Слово «аллегро» в обозначениях музыкальных пьес в противоположность «адажио» является чрезвычайно широким понятием. Это обозначение включает в себя разнообразные виды быстрых пьес, как то «аллегро», «аллегро ассай» и так далее. Главным свойством «аллегро» является бодрость и живость, так же, как в «адажио» напротив нежности и печали. Страсти в «аллегро» также сменяют друг друга чаще, чем в «адажио». Это имеет прямое отношение, конечно, к танцам подвижным. Исполнитель, стало быть, должен каждый раз приноравливаться, чтобы надлежащим образом выразить их. Поэтому необходимо изучить, встречаются ли в играемой пьесе только веселые мысли, или же к ним присоединяются и другие мысли различного рода. Вот Мендельберг хорошо это все изучил, да, мы это слышим. Это тоже старая школа, это тот же Кванц в его трактате «Об игре на флейте». Thank you.